Всем привет, зрители и подписчики, с вами снова Алекс. Сегодня будет обзор на РПК, оружие, по моему мнению, которое создано для PvE миссий, так как на PvP с ним тяжело играть и не каждый сможет. Поэтому обзор будет на PvE миссии, наверное, профи, постреляю против ботов и покажу, как он действует на PvE. Ну, в общем, начнем. Ну и так, для начала посмотрим характеристики. Урон 78, дальность 14,5, темп стрельбы 530, точность в режиме прицеливания 31, точность при стрельбе с бедра 10. Ну и емкость магазина большая, 75 патронов, так как это пулемет. И сравнив с АК-103, уступает РПК АК-103 по урону на 2, по дальности превосходит на 0,5, хотя немного. Но все же превосходит. По темпу стрельбы АК-103 превосходит. РПК уступает на 70 единиц. По точности в режиме прицеливания одинаково. По стрельбе с бедра, опять же, АК-103 превосходит. И на 8 уступает РПК единиц. Ну и по емкости магазина тащит РПК. У РПК 75, а у АК-103 30. Посмотрим на полигоне. Ставится на него три модуля: столб, цевьё и прицел. Ну, посмотрим, со скольки мочит с близкой дистанции. С 4 патронов. На средний. Тоже с 4. Ну и на дальний. Сейчас, так. Тоже с 4. Или с 5. Может, я тогда попал первый раз. Да, с 5 патронов. Довольно неплохо. И, думаю, ботов сносит он отлично, потому что я с ним ходил. Ну и прицелы советую на дальней дистанции, так как он тоже хорош на дальней дистанции, поставить трехкратный. Ну, можно, в принципе, любой. Коллиматорный не очень подходит. Ну, и рукоятка, еще и сошки на нем стоят, как бы два модуля, можно сказать. Который можно и в положении лежа, и наоборот снижает отдачу. Ну и ставится глушак, который я не знаю, зачем он нужен на РПК. Он почти не нужен. Бесполезен, можно сказать. Ну и пламегаситель. Вот такой вот РПК. Посмотрим теперь на ПВЕ миссии, как он тащит. Ну, может, не тащит. Хотя, по мне, очень хорош для ПВЕ. Ну, посмотрим. Ну, покажу РПК на сложном, а не на профи, так как на профи я не мог найти народ. Ну и в итоге я решил показать на сложной миссии. Но думаю, этого тоже хватит. Тем более сносить кучу с РПК это на сложном нормально. Давай, давай. Медики моих ботов убивают. Так, что там носится? Красавчик вообще. Мне убить кого-нибудь дадите. Готов. Что я смотрю? Много появилось тех, кого оружие из коробок удачи. Наверное, дофига таких. На, боец спецназа. Ну, двигай тачку. Садись за руль. Кто там? Палец. Так, нафиг. Получай, фашист. Хотя это не фашисты. Вот. Как видите, он РПК и вдали неплохо. Так, кто там шмаляет? Нате гранатомёт. Ну, я бы мог снайпер сам сделать. Нафиг отсюда, у меня хп мало.
кто-нибудь бы вылечил. Ну, куда убежал, а? 2 часа его там мочил. Урод. А, джига, джига. Пошел я, короче. На! Так, тихо. На! Получил. Вот это РПК. Как обойму выпущу-то. Гранату не выжди. Бомбежка. Ну чё, погнали, Макс. Макс 100-500. Куда? Я ещё не... Нифига вас не пушу. Нет, чуваки, я вас не знаю. Нифига себе, я ещё и мозголома получил. Учитесь. Хотя я сам не понял, как я это сделал. На! Всех разнесу нафиг. Куда? Куда? Сейчас я тебя завалю. Я сказал, завалю. А нет, не я. Я должен был завалить его. Ну ладно, пофиг. Как видите, РПК тащит на ботах. Хотя это и сложно, но... Тут разницы-то нет. Странно. Почему-то от шин пыль какая-то. Так, типа, дырявится колесо. Ну ладно, пофиг. Чувак, у меня тоже дигл. То есть, что такое? А, нет, я не дигл. Спасибо, но дигл так круче. Чё дигл-то не возьмешь? Или выбить не можешь? Да, есть такие, кто еще не выбил дигл. Не везет, как говорится. Мне самому не везло. Я его с трудом выбил. По своей тактике. Так, ну сейчас довольно легкая часть миссии, гром. Главное тут, чтоб меды сделали свою работу. В распоряжении врага находится боевая Let's машина go. Гром. Для борьбы с ней вам пригодится стрелок убит. Хорошо, да? Ну-ка. Не, ну куда ты? Что там, все? Уничтожьте источник питания на голове грома. Погнал я, короче. Смотрите, если мы просрём таким темпом. А, тут убрали эту фигню. На, не мило тут. Так, я показываю РПК, хожу с дигом. Так, это мой враг. Ладно, твой. Не спорю. А вон еще будет. Погнали! Мочить ботов. Или гранаты. На. Получай. Пошел я за базу. А что это там такое? Так, возьмем гранатомет. Так. Питания. Попал, отлично. Давайте. Так, поздно выстрел. Как раз для меня одна штука. Лежала. На. Гром скоро выйдет из строя. Подождите. Ну ясен пень. Скоро выйдет. Прям кэп очевидно. Вот я не попал. Так. Почему гранатомет на другом, на другой стороне? Нет. Я только взять гранатомет и уже завалить. Бах. Гром уничтожен. Вертолет уже в пути. Да.
Сам нарвался, Гром, извини. Ну вот и все. Вот такой вот обзор РПК. По-быстрому прошли миссию. Правда сложная, но все равно РПК-то я вам показал. Как видите, она тащит на ботах. Не, он тащит на ботах. На PvP вам не советую его брать. Хотя, если вы там, профи, то пожалуйста. Но если вы любите играть против ботов, то берите эту пушку. Она будет тащить. С вами был Алекс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых обзоров. Всем удачи, всем пока и до скорого.